комплект компактной акустики с активным сабвуфером. В этом видео мы распакуем комплект акустики Canton Movie 135. Он состоит из 5 пассивных колонок и увесистого сабвуфера, выполнен в стильной белой расцветке и предназначен для организации домашнего кинотеатра. Пассивные колонки включают в себя пару фронтальных, пару тыловых и одну центральную. Все они укомплектованы настенными креплениями и набором для монтажа. А вот аудиокабели для их подключения нужно будет докупить отдельно. Посмотрим на фронтальные и тыловые колонки. Габариты каждой не превышают 9 на 12 на 11 см при весе 800 грамм. Корпуса выполнены из пластика, а на передних панелях установлена металлическая сетка, которая защищает динамики. Колонки двухполосные, а максимальная акустическая мощность составляет 50 Вт. Центральная колонка заметно крупнее – 20 на 9 на 11 см. И тяжелее – около 1,5 кг веса. Она тоже двухполосная, но среднечастотных динамиков тут 2, а максимальная мощность составляет 100 Вт. Ее можно установить на полку, либо зафиксировать на стене как вертикально, так и горизонтально. Теперь посмотрим на сабвуфер. Корпус выполнен из МДФ и вписан в габариты 24 на 41 на 42. 2 сантиметра. Вес саба составляет 10 кг. На переднюю панель выведен порт фазы инвертора, а с тыльной стороны разместились необходимые интерфейсы. Имеются низкоуровневые и высокоуровневые входы, а также регулятор громкости и частоты среза. Максимальная мощность сабвуфера составляет 120 Вт. Из органов управления отметим классический тумблер питания и компактный трехпозиционный переключатель режима работы с положением авто, в котором сабвуфер автоматически включается при появлении аудиосигнала на входе. Обратите внимание, что сабвуфер хоть и активный, но тут нет выходов для сетей. Их необходимо подключать к вашему усилителю. Что в итоге? Canton Movie 135 – это компактная система для домашнего кинотеатра с акустическим позиционированием 5.1. Из плюсов отметим наличие в комплекте настенного крепежа и компактные размеры. Но учтите, что в комплекте нет аудиокабелей, а для работы сателлитов потребуется многоканальный усилитель.